На ремонтируемом участке дороги от Палиха до границы с Нижегородской областью сейчас проходит еще одна масштабная реконструкция. Правда, в рамках уже другого контракта. Дорожники меняют водопропускную трубу, по которой протекает река Черная Верхнелондиховского района. Делают это для того, чтобы вода в весеннюю распутицу не представляла угрозы для дороги. Новая труба квадратная, диаметром больше прежней. Работы завершат в течение месяца. Асфальтовое покрытие, если погода позволит, восстановят в этом году. Если нет, уже в будущем.